Музыканты Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов под управлением Ивана Крайника и солисты Ульяновской филармонии выступили перед воспитанниками Ивановского детского дома имени Александра Матросова и учащимися школы села Ивановка. Концерт прошел в рамках 3-го Симбирского губернского пасхального фестиваля. Сегодня мы приехали в Ивановский детский дом для того, чтобы порадовать детишек музыкой из сказок, из мультфильмов, песни о дружбе, о доброте. Концерт наш состоится сегодня в рамках Симбирского губернского пасхального фестиваля, в котором филармония принимает активное участие. Мы выезжаем и в районы Ульяновской области, и выступаем также и в черте города. Артисты Ульяновской филармонии представили для юных слушателей музыкально-познавательную программу «Светлый праздник по дорогам сказок». Во время концерта прозвучали замечательные мелодии из мультипликационных и художественных фильмов, завоевавшие любовь зрителей. Хочу выразить огромную искреннюю благодарность от нас, от администрации и от наших воспитанников, всему коллективу оркестра, а также всем сотрудникам филармонии за то, что они с нами поддерживают такой тесный, добрый контакт и, в общем, помогают детям и нам в воспитании. Любимые герои сказок – поросенок Фунтик, Чиполлино, Емеля, царевна Несмеяна, Трубадур, Карлсон – буквально оживали в рассказе и в песнях ведущей Лилианы Черноваловой и солистки филармонии Юлии Корсаковой. После концерта воспитанники детского дома рассказали нам о своих впечатлениях. Мне очень понравилось. Я знала почти все песни. Мне понравилось, как женщина пела очень красиво. Я такого еще не слышала. Конечно, понравилось. Я их слышал очень давно. И вот сейчас то, что я их услышал, мне как бы на душе легче стало или что-то такое. Прям веселый стал. Бегал тут, радовался. 16 апреля по 4 мая на территории Ульяновской области в рамках пасхального фестиваля пройдет 15 концертов для детей и взрослых. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.